Всем привет, ребята! Знаете, куда я иду? Естественно, не тяжело догадаться, что я иду на работу. Сегодня уже среда, вчера у нас влог не вышел, потому что как-то мы целый день, короче, смотрели кино, посмотрели «Остров тайн», «Остров желаний», по-моему, называется вот так. Ничего, такой фильмец, на один разок можно посмотреть. И вчера мы заказали очень вкусные бургеры. Вот я прикрепляю фоточки, как они выглядят на сайте. Вживую они не менее красивые, вот серьезно, и очень вкусные были. Короче, вчера у нас был день балдежа, влога вышло совсем чуть-чуть, и поэтому решили, что нет смысла лить воду и выставлять обошо. Поэтому сделали себе выходной, и я отдохну от того, что не монтирую, и прям легли спать в 10 вечера, спали 8 часов, я прям так выспалась, что капец. И сегодня очень интересный день, я думаю, вы уже по названию влога поняли, а вдруг что-то пойдет не так, а? Вот посмотрим. Вы представляете, я вышла с работы, и просто начался дождь, светит солнце, и льет капец, какой сильный дождь. Жесть, мне надо под какую-то крышу встать и, наверное, платком накрыться, потому что я вышла, была капкан, сейчас прям такой сильный дождь начался. Капец, а мне 15 минут до остановки идти. А мы уже дома, и смотрите, что нам пришло, Никита уже забрал. По названию влога знаете, что пришло. Да, я уже об этом говорила, но может, а вдруг бы все изменилось, а вдруг название такое, какое оно есть, на самом деле что-то другое нам пришло. Кликбейт? Да, кликбейт. Чуть повреди коробку. Коробочка вторая примялась, маленькая. Маленькая примялась? Угу. Ну да, немножко. Ну, вторая не очень важна. Вы уже понимаете, что это? А я уже вижу. Та-да-да-дам! Кто понял? Или кто не понял? Кто понял, кликбейт это или не кликбейт? Там кирпичи. А прикинь, если реально. Потому что не с Алиэкспресса вроде заказали. Как у, знаешь, этих у перекупщиков. Ну. Покупаешь, приезжаешь домой, открываешь, а там кирпич. Крестинин ностик. Да. Это новая PlayStation 5. DualSense. И тут еще один в коробке. А как PlayStation 5? Просто PlayStation 5? Нет, Digital Edition. Понятно. Понятно вам. Осторожно, чтобы она не упала. А тяжелая вообще была, ты ее нес? Ну, весь. Посмотрите, какая красивая. Зато в наш интерьер будет вписываться. Как в видосах. Очень красивая. В видосах показывали, что типа не смейте покупать PlayStation, если у вас не подходит к PlayStation интерьер вашей квартиры. Да, под PlayStation нужно интерьер квартиры подбирать. Да, совковую раз... квартиру не подойдет. Все беленькое, такое серенькое. Красивое. Сейчас будем открывать, но в открытом виде, когда они, подписчики увидят. Ой, не смотрите, ну, у нас там открытый. Сейчас увидят, что? Да? Не, или ну, покажу, или на видосе. Не, на видосе просто распаковка. У нас будет отдельное видео. Мы покажем, как она возле телека смотрится. Да. Все, сейчас будем снимать видео. Не обращайте внимания, у нас тут стул стоит на столе. Открыт туалет, потому что Аркаша тут ездил, пылесосил. Вот, все, сейчас садимся снимать видос и наконец-то открывать, трогать, щупать, что же это такое? Прям вообще, вроде Никита должен быть рад. Знаете, сколько она ехала? 9 месяцев мы ее ждали. 9 месяцев просто. Был сделан предзаказ, предзаказ перед тем, как она вышла. В первую же минуту, как только она появилась на сайте, сразу же был сделан предзаказ, и спустя 9 месяцев она нам пришла. Не по предзаказу, потому что по предзаказу мы до сих пор ждем, но мы словили по отличной цене в магазине. Да, не на... у перекупов, не переживайте. Не у перекупов, словили прям по очень... По очень хорошей цене ее словили, что вообще, мне кажется, нереально было ее словить по такой цене, но
Никита постоянно сидел, мониторил, и вот она у нас. Вот так выглядит наш вечер. По мнению Никиты, идеальный. Открыли уже нашу PlayStation, вон там она стоит. Либо в телефоне можно увидеть. Снимаем видео, сейчас ждем, пока идет обновление системного программного обеспечения. И дальше Никита продолжает снимать. Снял Никита распаковку, так что в скором времени она появится. И обязательно чекайте канал. Там она появится. И сейчас Никита снимет... Что ты сейчас будешь? Первый типа запуск, да? Покажешь. Первый запуск. Тоже это будет в том ролике. И чуть позже, не знаю, сегодня, наверное, завтра ты уже будешь обзор снимать. Либо даже не завтра, а через пару дней, когда попользуешься PlayStation, будет обзор именно. Вот, так что переходите, смотрите. Никита счастливый, довольный, да? А сейчас нам еще Стасик должен будет приехать отдать PlayStation 4 нашу. Он там поиграл, наигрался. И он не знает, что нам пришла пятая. Когда он в понедельник или в субботу, или в воскресенье писал Никите, а Никита говорит, что ему PlayStation придет, а он говорит, не придет. А Никита говорит, придет, а он говорит, не придет. Потому что реально 9 месяцев ждать, и наконец она у нас. Короче, он приедет, наверное, вообще офигеет. Потому что Никита не говорил, что она уже пришла, он зайдет, и ее сложно не заметить, такую красотку. Теперь она наша главная достопримечательность нашей квартиры, короче, вообще классно. Мы даже модем спрятали за телевизор, потому что он некрасиво смотрится рядом с PlayStation. Хотя оказалось, что будет неплохо. Две стоят станции такие, она тоже белая, такая минималистичная, все окей. Но мы решили, что спрячем за телевизор, что PlayStation требует большего места. Вот, и там стоит вместе с джойстиком, второй джойстик Никита подключил, и вот сейчас там идет установочка. Так, ребята, мы уже все отсняли. Сейчас уже даже сохранилось видео в Инстаграм. Так, что у меня тут громко музычка играет. Вот она, PlayStation как стоит. Покажу вам близненько. Вот так вот она вот выглядит. Вот такая вот она красивая. Ой, валдежная. Устанавливаю игры, которые у меня без дисков есть. Uncharted скачиваю, коллекшн, Человека-паука уже скачал, Fortnite скачал, UFC 2 скачиваю так, чтобы было во что подраться, но потом уже что-нибудь другое будем покупать. Ждем Ratchet & Clank новый, который выходит 10 июня, 11 июня, будем вместе играть, да, стримить, проходить обязательно. Ой, ребята, я просто, я так доволен, это какое-то детское счастье. Я почему-то думала, что она будет немножко меньше. Ну, немножко меньше. Но сидеть на диване, я себе представляла, если бы она была чуть меньше, то я уже вообще никак не представляла ее. Да. Но она высокая, она эффектная, большая. Эффектная вообще такая. Да, эпатаж. Такая большая. Ну, не трогай, нельзя. На этот глянец, так пыль садится, надо на нее, может, какой чехольчик. Надо какую-то пленочку купить и наклеить. Найти, не дуй. Потому что жалко, если вытирать, можно какие-то микроцарапинки сделать. Вообще классно. Она, кстати, вот здесь вот еле-еле-еле теплая. А работает уже давно. Ничего, горячится. Все, идем кушать, да? Ролик смонтирован в Инстаграм. Сейчас перекинем быстренько, закинем в Инстаграм и кушаем. О, картошка с сосисками. Вот это у нас. С сырными сосисками. Нормально, нормально, нормально. Кушать, все, приятного аппетита. Мы уже тут собираемся немножечко отходить на боковую. Уже Стасик приехал с Дашей. Мы тут чаек попили. Да, еще немножко посидим. Они привезли PlayStation 4 наш. И Никита сейчас переносит все сохранения вот тут вот, с 4 PlayStation нашей на нашу новую 5. Смотрите, светится такая. Блин, камера... Я его не трогаю, я пальцем показываю только. Камера не передает, но даже человеческим глазом плохо видно. Но если очень сильно присмотреться, вот здесь... Вот эта белая часть, она сделана как шершавая, и не просто там пупырки какие-то, а там значки PlayStation. Вот эти вот квадратики, X, кружочки, треугольнички вот такие. Представляете? И даже сам джойстик сделан тоже с такой гравировкой весь. Короче, круто-круто. Переносится сохранение. Сейчас я буду скидывать файлы на ноутбук, надо монтировать влог, надо... делать фотку, не такую, как мы обычно там со стоп-кадра какого-то делаем, а сегодня мы сделали красивую фотку, и надо будет пойти убрать со стола, там кружки стоят тоже, я посудомойку запустила, вот, после чая
мы посидели, немножко пообщались, но как-то быстро. Ну, потому что уже поздновато, им тоже завтра на работу, они буквально вот минут 20 посидели. Стас попробовал сыграть в Fortnite на плойке, его там убили, он даже не понял, как это произошло, кто убил, чего убил. И вот, попили чай и все. Потому что у нас уже 10 вечера, завтра на работу, завтра уже четверг. Эта неделя как-то очень быстро прошла, не знаю почему, но как-то так вот реально быстровато. Завтра уже четверг, завтра проснуться, встать, и можно сказать, что осталась только пятница. 2 дня и опять выходные, и это круто. А после выходных мне осталось 1 день отработать, и я перехожу к Никите на ферму. Немножко переживаю, у меня один раз уже сон снился такой... Ну, из-за переживаний моих, что я туда пришла, что меня там кто-то там загнобил, короче, ну, как знаете, как всегда, когда ты переживаешь, тебе какие-то такие не очень хорошие сны снятся, и я утром проснулась, Никите рассказала, мы, короче, поражали, но все будет хорошо, Никита сегодня всех своих водил отправил, всех, кого надо, разгрузил, всех, кому надо, нашел рейс, и все. Сегодня вообще балдежный день, да? И на работе все прекрасно, и PlayStation приехал, и вообще супер класс. Ладно, все, прощаюсь с вами. Всем бусики, поцелуйки, и всем до завтра. Спокойной ночи, аривидорчи.